Края Не, я понимаю, что края надо. Но вы все равно садисты. Мы же любят. Зато ему не больно. Хорошо, спит парень. Пашка спит. Не знаю, чем мы тут учудили, да, над ним. За страсти. Страсти по Павлику. Так, папа будет тут. Если надо, то шире сделаем. Сейчас я бух в сознании потерял. Ну, здрасте. Извините, я Пашку не брошу. Так что вы как-то это, Александр Борисович, уж как-то себя поберегите. Жень, можно мне сюда свет? Я мало там слепа еще. Так. Чуть-чуть обновим. Смотри, Жень, чтобы дышал ровненько, потому что если начнет сильнее дышать, то нужно будет добавлять наркоз. Сейчас пока ему хорошо, он спит, чтобы не чувствовал наш парень, а то он так настрадался. Скажет, наращивали. Теперь отрезайте, тетки. Говорит, определитесь, что вам надо. Вечно у женщины не постоянные. Я не люблю вот эти скальпели. Сейчас тебе. Пашка, хвост у тебя будет на спине. Нет, мы хвост не будем подтягивать. Мы голову. Мы уши, уши к жопе подтянем. Повыше. Согласен? С ушами на попе ходить. Пашка, ты будешь очень красивый. Уши, я и так. Уши и хвост на спине. Да. Хвост на попе, уши на хвосте. Так что скажи, как хотите, так и делайте.